И в завершении выпуска. Житель поселка Октябрьский Евгений Петров стал победителем ежегодной премии «Студент года». Молодой человек учится на 4-м курсе Московского государственного областного университета. Кроме хорошей учебы в ВУЗе, он отличается спортивными достижениями и активной гражданской позицией. К этой победе Евгений Петров идет уже третий год. Со второго курса он принимает активное участие в конкурсе среди студентов. Каждый раз ему удавалось выигрывать в номинации «Спорт». В этом году его признали лучшим по всем критериям. Победа в номинации «Гран-при» для Евгения – большая радость. Но в то же время на плечи молодого человека легла огромная ответственность. Скоро ему предстоит участие в общероссийском этапе премии. Мне нужно отправить заявку на всероссийский этап. Там будет проходить он сначала заочный, то есть будут рассматривать мою заявку. То есть, насколько я понял, это 84 региона по России. Из них берут гран-при победителей примерно 15. Хотелось бы очень достойно, так сказать, показать нашу мощь, нашу силу в области и достойно показать наш уровень. В случае, если Евгению удастся одержать победу, он поедет в Сочи представлять студенчество всей России уже на международной арене. Но и сейчас воспитанник Московского государственного областного университета является гордостью не только своего учебного заведения, но и родного округа. Евгений был участником молодежного парламента городского поселения Октябрьский, молодежного парламента Люберецкого района. Когда учился непосредственно в своей родной любимой школе номер 53, уже поступив в наш ведущий региональный вуз, да, которым является МГУ, продолжает заниматься активной общественной деятельностью, активной спортивной деятельностью. Евгений не просто занимается спортом, но и стремится пропагандировать здоровый образ жизни среди своих сверстников и педагогов. Он организовывает мероприятия по армлифтингу в различных вузах. Кроме того, молодой человек принимает активное участие в общественно значимых событиях. И при всем этом Евгений показывает отличные результаты в учебе. На сегодняшний день у студента факультета психологии МГУ нет ни единой четверки или тройки. Луиза Егазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.